Одним из старых подсобных элементов является шар. Сегодня это баскетбольный мяч, в данном случае это 3-килограммовый медбол. Самостоятельные работы на присоединение, на тактильность и взаимодействие. То есть то, что можно делать самому. Итак, катим вперед, назад, сверху, сверху, снизу. Предплечьем сверху, предплечьем снизу, в горизонтальной плоскости, под себя в горизонтальной плоскости, локоть. Если к этому добавить уже известные нам кольца, снизу, сверху, в горизонтали в одну сторону, в горизонтали в другую сторону, вертикаль в другую сторону. По минуте каждый элемент и больше 20 минут разогревающей практики, после которой можно будет приступать уже к дуршову. Попробуем. Большой мяч. 9 килограмм. Бодрить, а еще если давать перемещение,